У Анны Долгополовой две дочери. Обе ходили в детский сад номер 55 «Василек». Одна уже школьница, вторая выпускница. И сегодня именно ей выпала ответственная миссия – перерезать ленту. Образовательное учреждение с большой историей открылось после капремонта. Да, мы очень волновались, ребенок у меня волновался. Она переживала, что у нее не получится с ленточкой справиться. Лента покорилась. Маше помогла мама. Вместе с родителями и педагогами обновленное здание посетил и глава округа Андрей Иванов. Полагаем, официально считается открытым! После реконструкции здесь появились современные музыкальные и физкультурные залы. Обновлен и пищеблок. В медкабинете можно будет проходить диспансеризацию и вакцинацию. В Васильке, можно сказать, расцвела и целая весенняя поляна. Отныне все группы названы в честь цветов. Изменения коснулись и образовательных программ. Ну, у них есть доски информационные, цифровые, на которых наши воспитатели обучаются работать. И дети, может быть, уже сразу там можно и рисовать, и аппликации делать, и писать, и печатать. Все что угодно, целый спектр действий, это тоже есть в группах. Радуются новоселью и сотрудники детского сада. Повар Любовь Ульмаева вспоминает, как привела сюда дочь почти 45 лет назад. Уйти уже не смогла. Стены Василька стали для нее родными. Ну, я люблю и готовить, и с детьми, и тихо, и спокойно. В ближайшее время также заработает логопедический кабинет. С сентября в садике откроются 11 групп на 280 ребят. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».